неправильно делаете. Да нет, ты что? Мы просто за тебя волнуемся. Ты хоть сама осознаешь, что могла погибнуть? Я была слишком доверчива. Чувствую себя дурой. Это нормальное чувство. Сколько знаю умных людей, все дураки. И я велела глупости делать. Но не демонов же выпускать. Ну, в другой раз набей татуировку. Или укради что-нибудь, а? Из магазина. Да, точно. Эй, готова оправдать фамилию Спендлер? Здорово. Ты нам нужна. Да. Как сумел вырваться Гарака? Какая разница? Главное, он направляется сюда, тому же, что творится. Кто сюда направляется? Обычное воплощение зла, несущее миру погибель. Гарака идет сюда для того, чтобы освободить духов, которых мы наловили за все время. Если мы это допустим, у него сразу будет несметное войско. А, в смысле армия призраков? Да ладно, что вы, все нормально, расслабьтесь, спокойно. У нас же повелитель пламени. Покажи им, вы такого нигде не видели. Круто же. А? Да? Остались протонные ранцы. Новенькие. Надеваем. На крышу. Короче, стрелять во все, что выглядит устрашающе. Я в него шарахнула на полной мощности, а ему хоть бы хны. Как такое может быть? Так древний бог из другого измерения. Кто знает, из чего он там состоит? Доктор Стэнс. Да? У нас в коллайдерах была медь. Она хороший проводник. Да тут вообще в здании меди не осталось. В 90-х растащили бомжи. Ну, а если бронзу взять? Бронзу? Особенно психически заряженную. В протонных ранцах для спектрального усиления используется никелицин. Но Гарака не обычный призрак. В древности для него сделали ловушку из бронзы. Если покрыть детали бронзой, то у нас появится шанс. Включи мне. Сделали более короткий интервал релаксации. И повысили интенсивность излучения. Это существенно. За работу. Вам еще один не нужен? Чтоб я сдох. Эмма. Явился, не запылился. Вот я и дома. Мельниц надела форму. Спортивный видок. Кто еще для храбрости? Thank you.